Ну вот, всем остальным переживать о том, что тепло дадут в бабье лето, не стоит. В домах батареи начнут становиться горячими с 16 сентября. Главный источник теплоснабжения в Березняках – ТЭЦ-2. Также две котельные, две насосные станции и 25 тепловых станций, готовые обогревать горожан в холодное время года. Всего к зиме подготовили 448 километров тепловых сетей. Источники тепловой энергии на 100% готовы к к отопительному сезону. Проведены у нас гидравлические испытания, как первичные, так и повторные. Выявлено более 200 дефектов на магистральных и квартальных тепловых сетях. Все устранены. ЦТП, котельные также готовы. Напоминаем, что готовят дома к отопительному сезону управляющие компании или сами жители, если они выбрали непосредственное управление своим домом. По всем вопросам обращайтесь в диспетчерскую службу 112 либо в управляющую компанию.